Сучасный дитячий садок с бассейном будуют у Бобруйском микрорайоне Кисялевичи. Спис ожидающих наведать новый садок по месту жихарства складая маль 200 детей. Объект находится на контроле губернатора. У микрорайоне Кисялевичи шмат молодых и шмат детных семьев. Тут працует одна дошкольная установа адукации на 110 мест. Там возникла потреба побудовать новый садок, який различены на будущую. Детский сад на 240 мест. Трехэтажный сад строится силами наших предприятий завода крупнопанельного домостроения. Стоимость данного садика порядка 14 миллионов. Начали мы этот сад строительство в этом году в июне месяце и планируем до конца года ввести в эксплуатацию и уже с нового года заселить сюда новых наших маленьких жителей. Будаўніцтва новага аб'екту пачалося напрыканцы чэрвеня. Акрамя басейна, тут плануюць стварыць спецыяльную базу для развіцця маторыкі дзяцей, а таксама прадугледжаны 12 групавых памяшканняў для рознага ўзросту. В городе активно строится как жилье, так и инфраструктура, в том числе и социальная. Ряд новых объектов, включенных в новую инвестиционную программу. У нас строительство предусмотрено физкультурно-оздоровительного центра, строительство грибной базы и других социальных объектов, которые сегодня уже прошли экспертизу и в стадии реализации находятся. Задача не просто побудовать новый дитячий садок, а скласти простору для полновартостного развития будущего поколения. Дошкольная установа адукации станет соправдным подарунком для мясцовых жихаров. Гордей Егоров, Александр Артемий, Удянис Жавина, Новини региона.